Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Boston Technic, меня зовут Константин. Сегодня на обзоре у нас новое поступление трактора ТЗ-82 2013 года с Куном. Давайте посмотрим его поближе. Данный трактор в превосходном техническом состоянии. Трактор с коммунального хозяйства. Спереди новая резина. Сзади остаток примерно процентов 50. Весь абсолютно сухой. Кун весь ровненький, целый. Ковш аналогично, в отличном состоянии. Наработка у трактора маленькая. Трактор полностью готов к работе в хозяйстве. Все недочеты, какие были, устранили. Давайте посмотрим кабину. Кабина вся оригинальная, заводская. Сохранилась хорошо. Давайте посмотрим наработку. Наработка всего 1348 моточасов. Дорогие друзья, данный трактор можно смотреть по адресу город Волгоград, улица Историческая, 183. Доставка у нас своя, довозим прямо до вашего хозяйства. Технику можно приобрести за наличный, безналичный расчет, кредит, лизинг, также за гранты. У нас здесь система трейд-ин, обмен старой техники на новую. Также можем комплектовать технику любым прицепным навесным оборудованием. Ждем вас, до новых встреч!